30 километрах от Махмутлара есть город, который называется Газипаша. В районе города Газипаши, у побережья Средиземного моря, есть такое местечко, которое называется Голубая Лагуна. Вот мы приехали на Голубую Лагуну. Вот это она. Чтобы показать, как тут все выглядит. До подножья спуск составляет где-то порядка более 150 ступеней в среднем. Вот эти вот, по идее, поля. Но они сейчас заброшенные поля. Дальше море, Средиземное море. Вода. Вода почему-то в этом, именно в этом месте, на мой взгляд, ну и на взгляд тех, кто был со мной, более солонее. Вот вы видите коттеджи. Вот это вот зеленое, это банановые поля на склоне горы. Как всегда, все разрисовано. Ну, как всегда, надписи, надписи. Варвары везде оставляют свои надписи. Вот вы видите, зеленые это поля. Вот они, банановые плантации. Удивительно, как люди там собирают урожай. Справа от основной дороги есть такой закуток, тропинка. Вот я по ней прошелся, и эта тропинка выводит прямо к морю. Такое плато, очень обалденный вид с него. Смотрите, какое море, такое бирюзового цвета. Я не знаю, камера передает это или нет. Вот так вот оно выглядит. Какая красота! Такое вид моря. Очень красиво. Прям вот неописуемо красиво. Глаз прям радует. Такая вот обзорная площадка. Такое вот замечательное место. Голубая лагуна называется. Как мы купались, я не снимал, потому что оно весь был мокрый. Выступали. И вот уже над горой вечером. Канат стоит. Я вот снимаю. Это лагуна. Кроме того, решил снять окрестности еще раз. Это уже вечерний вид. Вот там надпись, по идее, Blue Lagoon. Не знаю, насколько бананы видно.
Опять же, банановые поля. Вверху вон коттеджи. На склоне горы. Вид с них, наверное, обалденный, конечно. Солнце идет к закату. А вот, кстати, это желоб, по которому вода текла когда-то на поливные участки. И вода шла туда на поливные участки. Помните, я вам показывал участки поливные? Ой, участки... Красота. Площадку вначале. Вот туда. Где-то там Меккан. Вот на этом выступе только что я стоял. Вот на этом выступе. Он как над горой стоит. Выступает утес. Вот здесь я стоял, только что снимал. Еще интересное здание строится, по-моему. Одно построено, второе строится. Вид оттуда, наверное, вообще обалденный. Вон, кстати, дорога. И вон к той сторожке. Вон машина едет. Вон к той сторожке и туда, вот оттуда, сюда поднимаешься в коттеджи. Такая дорога. Здесь тоже строят. А рядом вот такие коттеджи. Ну и я решил сделать небольшой обзор в округе. Это вот виллы. Стоят двухэтажные виллы. Вот, скорее всего, они сдаются в аренду, я так думаю. Здесь машины, очень много туристов. По большому счету, но сегодня их не было. Вот вкратце о Голубой лагуне, которая находится в районе Газипаше, где-то 35 километрах от Махмутлара. Вот так выглядит это место. Всем удачи, советую. Я думаю, вам понравится.